Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 487. Нам нужно найти значение каждого выражения при а равно минус 1 и b равно минус 6. И пункт а. У нас выражение а квадрат минус b квадрат. Подставляем вместо а минус 1. Вместо b минус 6. Минус 1 в квадрате будет 1. В четной степени отрицательное число всегда даст число положительное. Минус был между выражениями. Минус 6 в квадрат возводим. Минус квадрат возводим будет плюс. 6 в квадрате будет 36. Потому что 6 на 6 – 36. Теперь мы из меньшего модуля вычитаем больший модуль. То есть из числа с меньшим модулем вычитаем число с большим модулем. Ставим перед результатом знак минус и делаем наоборот. 36 минус 1. Будет 35, то есть минус 35 получили. Пункт b. А минус b умножить на а плюс b. Подставляем вместо а минус 1, вместо b минус 6. Минус у нас был, еще минус 6. Минус 1 плюс минус 6. Минус минус 6 даст нам плюс 6, минус 1 плюс 6 будет. И второй скобки у нас сложение двух отрицательных чисел даст нам число отрицательное, просто складываем модули. Получаем минус 6. Если минус 1 и 6 поменять местами, то будет 6 минус 1, получим 5. То есть в итоге 5 умножаем на минус 7. Здесь произведение чисел с разными знаками даст число отрицательное, 5 на 7 будет 35, то есть минус 35. Пункт В. А плюс Б в квадрате. Минус 1 плюс минус 6, и все в квадрате. Это будет минус 7, мы уже считали, и минус 7 в квадрате. Будет то же самое, что и 7 в квадрате, потому что минус в квадрате это плюс, а 7 в квадрате это 49. Пункт Г. А квадрат плюс 2АБ плюс Б в квадрате. Минус 1 возводим в квадрат. Плюс 2 умноженное на минус 1 и на минус 6. И плюс минус 6 в квадрате. Минус 1 в квадрате 1. Минус 1 на минус 6 будет плюс 6. Произведение двух отрицательных чисел даст число положительное. Еще на 2 умножаем, плюс 12 получаем. И минус 6 в квадрате будет 36. Мы уже считали. 1 плюс 12 будет 13. 13 плюс 36 будет 49. Пункт D. А минус B квадрате. Подставляем вместо а минус 1, минус у нас был, вместо b минус 6. И все в квадрат возводим. Минус 1 плюс 6 получаем. Это нам уже встречалось выражение. Минус 1 плюс 6 будет 5, а 5 в квадрате будет 25. И последний пункт, пункт e. Минус 1 в квадрат возводим. Минус 2 умножаем на минус 1 и на минус 6. И плюс минус 6 в квадрате. Минус 1 в квадрате 1. 2 на минус 1 на минус 6 мы уже умножали, получали 12. И плюс 36. 1 плюс 36 будет 37. И 37 минус 12 будет 25. Давайте посмотрим, какие выражения дают нам одно и то же значение. Выражения под пунктами А и Б дают нам минус 35. Под пунктами В и Г просто 49. Под пунктами Д и Е 25. Второй пункт. Указать, какие выражения имеют равные значения. Ну, мы уже проговорили, что А квадрат минус Б в квадрате. И А минус Б на А плюс Б дадут одни и те же значения. Выражение а плюс b все в квадрате и а квадрат плюс
2AB плюс B в квадрате дадут одно и то же значение. А минус B в квадрате и А квадрат минус 2АB плюс B в квадрате дадут одно и то же значение. Нам нужно выбрать самим какие-нибудь числа и найти значение этих выражений. Пусть А у нас равняется 5, а B равняется 2. Два положительных числа возьмем. И найдем выражение А квадрат минус B в квадрате. А в квадрате это 5 в квадрате. B в квадрате это 2 в квадрате. Получаем 25 минус 4 или 21. Найдем значение выражения А минус B на А плюс B. 5 минус 2 умножаем на 5 плюс 2. 5 минус 2 будет 3. 5 плюс 2 7. А 3 на 7 21. Опять А квадрат минус Б квадрат. И второе выражение А минус Б на А плюс Б дадут нам одно и то же значение. Дальше. Выражение А плюс Б и все в квадрате. 5 плюс 2 и все в квадрате. 5 плюс 2 будет 7. 7 в квадрате будет 49. Следующее выражение. А квадрат плюс 2b плюс b в квадрате. 5 в квадрате плюс 2 умноженное на 5 умноженное на 2 плюс b в квадрате, то есть 2 в квадрате. Получаем 25 плюс 2 на 5 10 и на 2 20. И плюс 2 в квадрате 4. 25 плюс 20 – 45, плюс 4 – 49. И опять мы видим, что эти два выражения дадут нам один и тот же результат. И последние два выражения. А минус Б в квадрате. А минус 2 – все в квадрате. Будет 3 в квадрате или просто 9. А в квадрате минус 2АБ плюс Б в квадрате будет 5 в квадрате минус 2 умноженное на 5 и на 2 и плюс Б в квадрате, то есть 2 в квадрате. 5 в квадрате 25, 2 на 5 на 2 это 20 и плюс еще 4. 25 минус 20 будет 5 и плюс 4 – 9. И опять мы видим, что последние два выражения дадут нам одно и то же значение. И выполнили задание 487, ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. И за вопросы, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.